Всем привет! Так, я надеюсь, меня отлично слышно, но, на мой взгляд, отлично. Задним рядом. Да, понятно. Сегодня у меня будет немного более субъективный доклад, нежели предыдущий. Я не пойду по документации или по блогам, которые я нашел в интернете, а попробую рассказать, какие решения я придумывал в моменте борьбы с теми или иными элементами TableView, когда приходится выходить за грань реального. Ну и скажу парочку слов из этой серии. Ну, я решил назвать эффективность рубежей UI TableView. Наверное, это больше маркетинговое название, нежели то, о чем я буду говорить, но все же. Я не понимаю, почему не видно половину. Я думаю, стоит разобраться. Там провод не ставлен. Можно подумать? Сейчас посмотрим за качество. Ладно, терпимо, главное, что теперь все видно. Ну вот, попробуем подумать, что такое TableView не только из картинок в документации Apple, а вообще, что это из себя может представить элемент. Ну вот я взял, например, одно из своих любимых приложений Clear, и там, в принципе, этот базовый элемент. Другой момент, что он творит несказанные вещи, на мой взгляд. Полнота анимации и вообще работа с жестами заставляют удивляться. И примерно в этом русле и будет вестись сегодня доклад. Ну, теперь я лишился пульта. А, все нормально. Поговорим о плане. Я хочу сказать для самого начала, для тех, кто, может быть, почти не копался в том, как работать с таблицей, несколько методов. Я хочу упомянуть класс, который является TableViewController'ом, и почему его, скажем, не стоит использовать, или какие альтернативы его функциям можно найти. Я немножко скажу про ячейки и кастомизацию таблицы в целом. И, в принципе, основная часть будет как раз в последнем разделе, и, наверное, самое, на мой взгляд, интересное. Ну, давайте поговорим о методах работы таблицы. Начну вот с самого-самого-самого элементарного. Уверен, 80% аудитории знает, но все же стоит упомянуть повторное использование или оптимизацию. Скажем, если мы хотим заставить ячейку где-то закэшироваться, у нас есть три способа плюс один интерфейсный. Ну, первый способ – это, конечно, вызвать инициализатор с определенным идентификатором, и он сохранится для текущей ячейки. Другие два работают для того, если у вас есть XSIP или просто класс ячейки, который создан независимо от нее. Для этого вы можете просто отправить текущие ячейки методы регистрации или подписи на текущий XSIP, либо на текущий класс. Если же ваша ячейка была создана прямо на этой таблице, скажем, в сториборде, то тогда, само собой, регистрация для повторного использования пройдет моментально. Ну и что касается методов самой таблицы, у нас есть dequeueReuseCellWithIdentifier, старый метод, который просто пытался получить ячейку с этим идентификатором, мог вернуть nil, и нам нужно было ее создать. И такой modern метод, который, я не помню, появился что ли в 6-й версии, который еще получает индекс pass, но гарантированно вернет нам nil. То есть ячейка уже была создана, но, само собой, до этого нам нужно было где-то ее зарегистрировать методами, которые были на слайде раньше. Теперь немножко более, ну, не знаю, близкое к нам. То, что появилось с iOS 7 и развилось с iOS 8. Это подсчет динамической высоты. В базе есть такой метод estimate height row at index pass. Он создан для того, чтобы мы могли сказать приблизительную высоту. Скажем, если у нас на табличке 100 ячеек, и чтобы наш код не пересчитывал все эти 100 ячеек, мы можем отправить приблизительную высоту, а дать реальную к тому моменту, когда мы промотаем для этой ячейки. Но я поставлю специальный знак не просто так, я скажу сценарий, в котором этот, ну, такая штучка может сыграть нам очень злую шутку. Ну и еще такой кусок кода, который, в принципе, есть смысл использовать, если ваше приложение iOS 8+, это мы говорим примерный размер, мы говорим, что реальный размер будет высчитываться автоматически, а дальше layout будет за нас это делать. Ну, самый тривиальный пример, у нас есть лейбл, который может растягивать контент. Мы действительно его прицепляем ко всем бокам, скажем, кверху и внизу, и говорим, что у него количество строк будет 0. То есть, само собой, он может растягиваться. И вот 85 – это минимальная высота для меня. То есть лейбл не может быть меньше 85. Скажем, это по 8 отступ из краев, и еще остаток на сам лейбл. Ну, у меня такой шрифт был выбран. И, к сожалению, такая штука действительно не будет работать в версиях ниже iOS 8, и вам все-таки придется вручную считать. Но если вы там инди-разработчик или вам плевать на старых пользователей, то пожалуйста. Немножко о проблемах, которые я сказал. Не просто так горел специальный знак. Вот представим такой сценарий кода. У меня есть height for row at index pass, который будет 80. Ну, я захардкодил немножко, в реальной ситуации это будет выглядеть по-другому. И estimate, который будет меньше в 90% случаев. И все хорошо, я мотаю, юзер даже не замечает, как эта длина динамически увеличивается.
Но возникает проблема. Представим, что мне нужно в какой-то момент перестроить ячейку, и я сделаю для тривиальности по нажатию на нее. И вот у меня, я домотал до конца своей таблички, нажал на 21 ячейку и сказал reload table view. Ну, по идее, все должно было остаться, как и было, но нифига. На самом деле я попал почему-то в середину таблицы. Это сделано потому, что все верхнее пространство теперь стало не, вот если отмотать пару слайдов назад, стало не 80, как оно задавалось по мере мотания таблицы вниз, а 40, потому что он берет методы приблизительной высоты, а вот это 80 получится только когда я домотаю. Ну, с этой проблемой можно бороться тем, что не перерисовывать таблицу в ноль, а удалять, добавлять, обновлять ячейки. Но это какой-то advanced для некоторых разработчиков уровень. Или же просто не использовать estimate height. Вот и все. Ну, простое закончилось, теперь немножко более близкое к нам. Table View Controller. На самом деле, мне не раз поступал вопрос, а стоит ли использовать. Вот Хагарти из курса Стэнфорда говорил, стоит его использовать. Или вон я нашел блог, там написано, почему Table View Controller такой хороший. Я на самом деле не рекомендую использовать, но сейчас обо всем по очереди. Сначала скажем его плюсы. Ну, скорость интеграции. Грубо говоря, если вы делаете макет-прототип и создали класс, наследуемый от Table View Controller, то у вас сразу будут заготовлены делегаты, дата source, даже часть методов будет закомментирована, что вам достаточно просто раскомментировать, чтобы их реализовать. Статичные ячейки. Это очень хорошо, если у вас нету какого-то кастомного дизайна, а у вас экран какой-нибудь настройки или заполнение, скажем, анкеты. Вам просто достаточно намутить много-много всего на сториборде и минимум работы в коде. Удобная интеграция Refresh-контроллера. Это один из таких неплохих преимуществ, потому что с выходом iPhone 6, iPhone 6 Plus экран уже больше не 320 поинтов, и теперь вам нужно самостоятельно следить за тем, чтобы рамка была как надо. Так еще и в подарок вам нужно отслеживать, чтобы этот Refresh-контроллер был один, появлялся в нужное время и прочее. С Table View Controller вам достаточно просто инициализировать переменную, она все за вас сама сделает. Мелкие локальные улучшения, ну, в них входит, например, когда viewAudit appear или viewAppear вызовется, то ваша табличка перестроится. А если бы вы делали это на обычном view-контроллере, вам бы пришлось это сделать вручную. И два преимущества, которые почему-то часто блогеры упоминают, но о них мы поговорим чуть позже. Они заключаются в том, что автоматическая отмена выделения при переходе на новый контроллер. Вы, конечно, можете эту функцию отключить, но базово она включена, и вот у вас выбрано, скажем, две ячейки, или вы нажали на ячейку, перешли на новый контроллер, и она автоматически развыделилась. И последний плюс, который действительно кажется многим таким весомым, это автоматическое отслеживание сдвига при появлении клавиатуры. То есть у вас есть, а это довольно частый сценарий, text field на вашей ячейке, вы нажали на него, и теперь вы не можете домотать до конца свою таблицу, потому что эта клавиатура перекрыла вам полэкрана. Ну или там часть экрана, если у вас 6 или 6 плюс. Вот Table View Controller автоматически за этим следит. Если же у вас обычный View Controller, вам придется следить за этим мануально. Что же касается минусов, их два, но они для меня очень весомые. Первое, это нельзя задать размер таблицы. И второй, который реально очень весомый, нельзя добавлять другие UI View на Table View Controller. Да, и, несомненно, это решается Child View Controller, это решается контейнером, но это все на самом деле костыли и стрельба себе по ногам. И еще, наверное, такой большой минус для крупных проектов, особенно кастомизированных, у вас, скорее всего, для всех ваших view-контроллеров будет заготовлен base view-контроллер, который будет иметь свой набор helper-методов. Ну, например, это будет метод отображения загрузки, который замораживает интерфейс. Или метод логина, если, скажем, у вас вдруг токен перестал действовать в середине приложения, чтобы вы не выбрасывали пользователя куда подальше, а из этого экрана модальное окно сразу вызывали. Ну и вот. И если вы интегрируете пару контроллеров через Table View Controller, то у вас эта иерархия просто нарушается. Значит, теперь каждый ваш View Controller не отследует Base View Controller, а значит, у вас уже архитектура недостаточно невесомая, я не знаю, какое слово подобрать, достаточно удобная для пользователя. Скажем, логин не сможет вызваться с этого контроллера и прочее. Я обещал пройтись по плюсам и сказать, весомы ли они. Но скорость интеграции, понятно, прописать метод или заготовить все хелперы, это ничего не стоит. Это невесомый плюс. Static Cells, он весомый при случае, если у вас нет кастомного дизайна. В противном случае Static Cells, скорее всего, вам даже сыграет злую шутку, и вы ошибетесь в проектировке архитектуры. Удобная интеграция Refresh контроллера. Да, несомненно, это плюс, но если вы будете использовать кастомные либо писать свой, то этот плюс уже вообще ничего не будет весить.
А еще, если вы хоть раз с ним столкнетесь и уже будете знать, как менять рамку, где layout подгонять, а где включать-выключать, тогда, скорее всего, вам просто придется приносить код и не создаст вообще никаких проблем. Мелкие локальные улучшения я вообще упускаю, потому что они решаются в одну-две строчки кода. Поговорим о последних двух. Автоматическая отмена выделения и автоматическое отслеживание сдвига при появлении клавиатуры. Первое, на самом деле, я не понимаю, почему его выделяют в плюс, потому что вам ничто не мешает, скорее всего, большинство из вас так и делает, в делегате нажатия просто развыделять. Ну, если, скорее всего, у вас тут переход. Если же у вас multiple selection и какая-нибудь, скажем, кнопка готова сверху, вы просто можете делать на view will disappear, просмотреть все выделенные ячейки и развыделить их. Так что, уже две строчки кода, но сам факт, что это вообще невесомый плюс. Что же касается автоматически отслеживания сдвига при проявлении клавиатуры. Тут есть такой сценарий, как стоит решать эту проблему. Подписаться на уведомление о появлении и исчезновении клавиатуры. Стоит сразу сказать, уведомление о появлении клавиатуры будет уведомлять вас не только, когда клавиатура просто появилась, но и когда изменилась свой размер. Например, с iOS 8 в английской клавиатуре есть подсказки, которые можно открывать и закрывать. Каждый раз, когда вы будете это делать, вам будет приходить соответствующее уведомление. Дальше менять контентный сет. И, скорее всего, scroll индикатор inset для того, чтобы вот сама табличка и scroll сдвигался для нужного вам размера, то есть на тот расстояние, которое клавиатура заняла на экране. И не забывайте отписаться, потому что часто бывают проблемы, что мы обсервер оставляем подписанными, хотя он давно уже стал зомби-объектом. Немножко кода, чтобы это стало чуть яснее. Вот, например, перейдем на код функции подписи на два уведомления, то есть keyboard will show и keyboard will hide. Hide, наверное, все-таки лучше, но не суть. Дальше надо посмотреть, как резонно два метода. Вот тут я внизу подписал сразу, тут есть свои минусы. Если у вас изначально был контент сет какой-нибудь кастомный, скажем, у вас для визуализации есть отступ сверху на десяточку, то вам просто достаточно хранить какой-нибудь переменный дополнительный. И вот код приведен тут. Из notification я могу получить определенный размер клавиатуры, который она занимает. А дальше, если у меня получилось это сделать, я могу взять и сдвинуть контент. Вот, как я уже повторил, в моем коде считается, что контент инсет изначально был нулевой, везде отступы были нулевые. А теперь я сказал, что отступ снизу на размер моей клавиатуры. То же самое касается того момента, когда эта клавиатура ушла с экрана. То есть я беру и говорю, что теперь отступ для контента или индикатора стал нулевым. Ребят, пожалуйста, без звука. Можно выключить звук, вот такая переключалка. Спасибо. Теперь поговорим о ячейках. Ячейки — это то, что является контентом нашей таблицы, поэтому все-таки стоит сказать. Правда, я не нашел много чего-то необычного, что вы будете использовать в повседневной жизни. То есть там дофига методов и свойств, но они особо не нужны. Поэтому взял такой вопрос, свой разделитель, как же реализовать. Формально нашел, самое идеальное решение нашел — создать свой класс, который наследуется от TableView ячейки, грубо говоря, как BaseViewController, также для ячейки. Дальше, для всех ячеек, созданных с интерфейса, нам достаточно расширить один из этих двух методов. Разница в нем для ячейки особенно небольшая. Вообще, wakeFromNip гарантирует, что все связи подгружены, но для ячейки и там уже связи будут все заданы, и вам, грубо говоря, остается просто выбрать самостоятельно, где же вам сдавать сепаратор. Либо для ячеек, созданных из кода, можно переопределить этот метод, и тут действительно в коде, используя layout, само собой, либо отслеживая в обновлении layout, менять рамку, добавить view, который будет выступать в качестве сепаратора. Лучше решения нету, на самом деле. Я не смог найти, я посмотрел, поэтому стоит, мне кажется, принять как базовое. Если у кого-то будет лучше, как раз когда будет секция вопросов, мы выслушаем, и я только с радостью услышу новые варианты. И работа с выделением. Она тоже довольно тривиальна. Есть два метода, selected, set, highlighted. Вам достаточно их перегрузить и задать свои способы анимирования и свои способы задачи. Другой момент, что часто возникает ситуация, что мне просто не нравится, с каким цветом выделяется или как контент переопределяет. Я на самом деле могу просто задать любой view, не задавая рамки, в Selected Background View. Он сам растянется на всю ячейку и по нажатию будет перекрывать. Это сомнительный сценарий, если у вас что-то кастомизированное, но если вам нужно просто поменять цвет выделения или там его, скажем, с какой-то альфой показывать, то этот view как раз для вас. И самая интересная часть, на мой взгляд, это как раз кастомизация таблицы. Я пройдусь по четырем сценариям и сначала покажу, где мы можем столкнуться. Вот самый первый сценарий — это пустая таблица. Но там не обязательно нам нужно отображать нет даты. Мы можем показывать тут загрузочник посреди экрана. Можем, как я сказал, показывать нет даты или цитаты, как в этом случае. И что представляет из себя пустая таблица?
сначала надо понять, где ее отслеживать. Ну, если у вас несколько секций, то этот метод будет самым идеальным методом или местным будет для вас number of section, где вы возвращаете количество ячеек, а само собой, если их нету, или у вас какой-нибудь флаг загрузки стоит, то тут можно возвращать ноль и отслеживание выявлять. И то же самое касается для ячеек, у которых всего одна секция, но несколько элементов. Как же добавлять? Ну, есть два сценария, они мне одинаково нравятся, но второй все-таки мне привычнее. Первый — это в коде. У вас есть такое понятие background view, и если у вас какая-нибудь plain таблица, он ничем не занят. Вы можете просто создать лейбл, сказать ему по центру уравниваться и добавить на этот view. И все будет отлично. Есть сценарий, который мне нравится больше, хотя я не видел, чтобы он где-то был описан. Я просто на storyboard или на мой XIP, смотря где я работаю, добавляю отдельный view, ну, констрейнами, скажем, задаю, что он по центру моей таблички, и по очереди с таблицы делаю хайден то одну, то вторую в методах, которые указаны выше, number of section in table view и number of rows. Дальше сценарий, когда у вас есть подложка сверху. Вот я взял, например, приложение Aviasales, потому что если долго-долго-долго-долго-долго мотать, я не знаю, мне, наверное, ушлось минуты две, то там появится надпись, и не лень было столько тянуть. Ну, это как пасхалка разработчиков, но паттерны часто туда вешают, особенно учесть, что первую половину экрана открутить совсем не сложно. Как же лучше всего, на мой взгляд, реализовать подложку? Ну, я сразу привел код, я просто создаю вьюшку, которую добавляю на свою таблицу. Это могло было быть сразу в классе таблицы, если у меня она кастомная, это могло быть еще где-то, но я взял самый тривиальный случай, когда я во view.load создал какой-то holder view, я его назвал, и дал ему красный цвет. Ну, самый тривиальный пример. Это может быть image view, и туда идти holder картинка или еще что-то. И само собой в layout я отслеживаю рамочку. Я мог прикрутить, конечно, сюда констрейны, но, на мой взгляд, для таких минимальных случаев констрейны просто неудобны, если у вас нету какой-то большой helper lib, который позволяет вам делать тоже две строчки прикручивания всех констрейнов. Ну и вот. Теперь следующий элемент. Конечно, pull to refresh, кастомный pull to refresh. Потому что у нас есть UI refresh контроллер, но не всегда нам хочется видеть контент или вот refresh контента таким, каким его видит Apple. Для этого нам нужно создавать собственный. Про него я скажу немножко поверхностно, потому что, может, не все поймут, но я надеюсь, те, кому надо, осознают. Или рассмотрят сценарий, сравнят со своим. Мы должны создать кастомный UI view, который будет выступать в нашем pull to refresh контроллером. Дальше он должен отслеживать движение scroll view. Как же это делать? Ну, например, я могу его прицепить на scroll view, и он узнает свой super view. Либо могу просто туда передать scroll view. Сразу скажу, что лучше вешать на scroll view, нежели таблицы, потому что принцип работы будет один и тот же для того и другого. Дальше, как же отслеживать смену bounce, или для тех, кто не работает с рамкой, это scroll view did scroll. Можно через QVO подписаться на смену вот bounce, можно сделать просто таргет к жесту, который позволяет отслеживать смену вот этого же scroll view did scroll. И первый и второй вариант можно спокойно найти в интернете, то есть как без делегата отслеживать сдвиг scroll view. Дальше, в методе scrollViewDidScroll, я назвал его наименно с делегатом, но это, само собой, будет ваш метод, а не от делегата. Вам достаточно отслеживать контент offset и взаимодействовать с этим view. Ну, для базового, скажем, если он стал отрицательным, значит, мы начинаем показывать свою вьюшку. Если он там, пока он не дошел до минус 100, вы показываете какую-то анимацию сдвига. При минус 100 вы считаете, что загрузка началась. Дальше, сценарий. Ну, добавляем этот view кверху таблицы, само собой, и сценарий. Как же нам показать загрузку? То есть тот момент, когда этот наш pull to refresh не должен уйти с экрана, потому что формально находится прикрепленным к таблице самого верху. Ну, есть первый сценарий, он очень такой элегантный, но он может создать сложность, если у вас, опять же, кастомный контентный сет. Вы просто можете сделать отступ сверху отрицательный, скажем, минус 100, если у вас pull to refresh 100 поинтов занимает. И, само собой, ваша таблица будет сдвинута. И это делать до тех пор, пока у вас контент не будет загружен. Немножко более такой костлявый сценарий, но имеет право на жизнь, добавляете этот view в хедер таблицы. Единственная проблема, что вам надо отслеживать прыжки этого view от прикрепления к верху таблицы в хедер и обратно. И еще желательно не потерять анимацию. И еще один сценарий, который был показан на моем первом слайде с Clear, release to create item.
То есть сходу кажется, ну, не очень тривиальным, как вот сделать вот такое расширение. Я, к сожалению, гифку не подготовил, но смысл в том, что вы нажимаете в любом месте таблицы, начинаете оттягивать пальцы, и у вас вот две соседних ячейки разъезжаются, а между ними создается дополнительное, которое говорит, отпустите пальцы, да, я создам вам новую ячейку. Ну, я назвал ее также одноименно с названием ячейки Release to Create Item, и она выглядит просто. Добавьте отслеживание жестов на вашу таблицу. Если жест начался, то рассчитывайте середину жеста и добавляйте новую ячейку. То есть вы должны рассчитать, между какими ячейками или какая центральная точка, узнать, какие там две ячейки ближайшие, и между ними добавить дополнительную. Дальше, при движении пальцев вычисляете размер для этой ячейки и обновляете полностью ячейку. Да, никаких инсерт, само собой, будет при начале действия, но дальше никаких апдейт. Апдейт действительно хоть и более оптимизированный, формально он не может работать 60 кадров в секунду. И тогда у вас будут проблемы с сепаратором. Я не уверен, что со светом, да, спасибо. Ну вот. И, на самом деле, да, я забыл сказать. И, само собой, по мере задвига пальцев, просто в высоту этой новой ячейки передавайте более высокие значения. И я немножко кода написал, вот такой самый-самый базовый, я даже внизу написал самый элементарный вариант, потому что он полон своих недостатков, скажем, не всегда точная ячейка найдется правильная, там не всегда ровно высчитается высота сдвига, но он рабочий. Грубо говоря, когда начался жест мой, я говорю, я сохраняю стартовое значение scale, то есть зума, и сохраняю и нахожу текущий индекс пас по точке. Все, у меня есть то, что есть индекс пас и есть начальное значение. Этот мой inserted index pass, он у меня nil будет, точнее nil optional value. Если он не nil, то тогда у меня в ячейке на одну ячейку больше. А если он nil, само собой, то у меня нет вот этой вставляющейся ячейки. Дальше. Если у меня закончился жест, само собой я говорю, что inserted стал nil. Это после else. И теперь самое главное, если у меня поменялся state, я просто высчитываю вот эту альфу, насколько у меня зум сдвинулся. Ну и reload cells, грубо говоря, просто вызывает обновление таблицы. Еще одно место, где мне стоит отслеживать, это, конечно, высоте. То есть я говорю, если это обычный ячейка, представим, что она у меня 80 в высоту, все замечательно, она у меня стоит 80. Если это вставляющаяся ячейка, то ее высота будет меняться относительно вот той дельты, которую мы посчитали в коде раньше. И из-за reload data, который я показал, вот тут стоит делать, наш код действительно будет плавно работать на 60 кадрах в секунду. То есть никаких торможений или еще чего-то даже на базовых девайсах. Ну и на самом деле все. То есть я прошелся по сценариям, которые мне показали самыми такими часто попадающимися в нетривиальном использовании TableView. Если у вас есть свои или есть пояснения к моим, может быть, кто-то более элегантно решает, с удовольствием послушаем. Ну и вопросы. А как переехать? Вот у меня вопрос. Если уже есть контроллер. Вот. Как переехать? Москву. Да. Как переехать, если уже есть контроллер? Контроллер. Да, на обычный. Ну, может быть, какой-то безболезненный способ есть. Грубо говоря, какие преимущества TableView контроллера вы получаете на этом экране? Не, вот есть у меня уже описатель. Ну, да. Просто берете, копируете код, и все, и таблицу добавляете. То есть, если вы используете одно из преимуществ TableView контроллера, типа рефреша, сдвига при клавиатуре или, скажем, развыделения автоматического, вам просто нужно реализовать эти три места. В остальном просто копируйте код. А, и я еще забыл, я включу небольшую рекламу. Сегодня релизнул приложение, я хочу поднять его в топ. Поэтому, если вам не жалко 59 рублей. Красавчик, пить. Вы можете скачать. Добавил функцию напоминания. Еще не добавил. А чем плохо инкапсулировать TableView контроллер в другой UI контроллер и использовать его? Ну, при этом размер кода в одном контроллере будет меньше, он будет лучше читаться, и тот же самый BaseView контроллер, если он действительно нужен, можно включить, например, в категорию или как-то по-другому реализовать это. Для вашего сценария подойдет обход изменения рамочки и вот добавления вьюшек. Ну вот. Но у вас нету BaseView контроллера, скажем. BaseView контроллера у меня. Вы имеете в виду BaseView контроллера, а внутри, как я говорил, это контент. То есть вот контент View, который есть базовый контроллер.
и все остальные контроллеры у меня инкапсулируют там property, которые содержат другие view-контроллеры. Если мне нужно там несколько контроллеров вставить, если логика большая и сложная, то это разобьет логику на маленькие кусочки, и мне с каждым контроллером будет работать удобнее. Ну, то есть вы хотите разбивать просто один view-контроллер на несколько. Да, да, в таком случае, я, наверное, не упомянул, это одно из преимуществ. Вы можете использовать Table View Controller как презентатор таблицы. То есть у вас на интерфейсе есть view-шка, а есть Content View. В Content View вы можете пихать не просто какой-то UI View, а именно View Controller. И вот в этом View Controller можете сильно выступать Table View Controller. Но лично я не встречал сценариев, когда вот это прям было необходимо. Но это удобнее, потому что View Controller, в котором там больше 200-300 строк, просто неудобно читать, и неудобно поддерживать. И он явно делает очень много всего, и эту логику можно побить. Ну, у вас выходит MVVC какой-нибудь паттерн, то есть у вас... Нет, обычный. А данные у вас как проходят, через внешний контроллер или сразу внутренний? Внешний контроллер работает просто с другими view-контроллерами. Если мне нужно передать данные куда-то дальше, я беру и передаю. Ну, то есть вы используете один из контроллеров как передача из модели в этот контроллер. Вот, на мой взгляд, вот это не очень красиво, потому что если у вас изменится модель, вам нужно в двух местах менять. У меня каждый контроллер занимается только тем, вот одной маленькой частью логики. Ну, а тогда выходит, что у вас один экран работает с двумя моделями для... Ну, вот сейчас попробую я нарисовать. Вот у нас... Представим, что... Это не таблица, к сожалению. Сейчас откроем какую-нибудь таблицу. У меня один вот базовый контроллер является просто диспетчером. И он диспетчеризирует, если мне нужно, в другие контроллеры. Ну, я понял. Вот, можно попробовать на этом примере разобрать? Вот у вас выступает вот это за Table View Controller, отдельный контроллер, а вот это внешний, да? Ну, например... Ну, как вариант. Вот. Дело в том, что вот эти кнопки, особенно фильтр, они работают с одной моделью, что и контент этой таблицы. Но у вас два контроллера. То есть у вас на одну модель подписаны два View Controller. Внутренний и внешний. И вот это и есть, на мой взгляд, проблема нарушения архитектуры. Ну, это на мой взгляд. Может быть, кто-то скажет, что если у нас два view-контроллера обращаются к одной модели, я меняю, и нужно в двух местах менять, это нормально, то хорошо. Но на мой взгляд, это действительно проблема. Ну, в данном случае можно это дело решить просто прокидывая интерфейсы делегатов. Это мост, который тоже будет меняться при изменении модели. Ну, то есть, на мой взгляд, тут нет тривиального решения, как если у вас одна логика контроллера, держите его в одном view-контроллере. Не стоит ее сильно разбивать, особенно для таблиц, где, скорее всего, у вас на экране будет всего таблица, у вас не будет тут еще 10 кнопок и еще 10 других элементов. Ну, это мое личное мнение, может кто-то со мной согласен. Я вас понял. Вместе вопросы закончились. Саша, благодарим Сашу. Спасибо.